Так, друзья, показываю вам гостиницу Chimeras Park Holiday Village. Гостиница бунгального типа, очень большая зеленая территория. Все детали и нюансы смотрите в этом видео. Друзья, вот такой вот небольшой, интересный ресепшн гостиницы Chimeras Park Holiday Village. Он условно находится под таким вот брезентовым, наверное, накрытием, такой вот купол. И непосредственно сразу как бы на открытом пространстве. И вот у нас территория гостиницы. Очень-очень зеленая территория. Просто вся утопает в зелени. Друзья, смотрите, значит, это идеальная гостиница вот для отдыха в июле и в августе месяце, потому что в этот период на Анталийском побережье очень высокая влажность, очень сильно припекает солнце, и вот эта вся зелень, она создает очень комфортные условия на территории гостиницы. Сейчас мы направляемся к релакс-бассейну. Возле него работает бар до 6 часов вечера. Музыка там не играет. Там действительно релакс, тишина и спокойствие. Есть главный бассейн, там вся анимация, поэтому сейчас тоже увидим. Насколько сейчас гостиница заполнена? На 85%, наверное, даже. Даже на 90% практически, я бы сказала. Да, сейчас про ресторан расскажу. Смотрите, у нас 24 часа в сутки медсестра в отеле. Доктор каждый день до 6 часов вечера сидит. Все работает по страховке, как у гостей. Ну, если там, к примеру, какая-то ранка маленькая, конечно, доктор замажет там йодом своим, перебинтует, это не проблема. Дальше с той стороны начинается более активная зона. Сейчас еще посмотрим один номер и пройдем сюда. А концепция алкоголя какая здесь? Ультра all inclusive. Я имею в виду, то есть местный и импортный. Местное — это пиво, вино и ракы. Угу. Все остальное импорт. Wi-Fi в номерах есть? Да, по всей территории, в номерах тоже. Это была релакс-зона, правильно? Вот релакс-зона, вы прислали, могли сфотографировать. Видите, музыки нету. Музыки нету, тишина и спокойствие. Двухэтажные здания – это все гардены, гарден стандарт, гарден сьюты. Трехэтажные – кимеросы. То есть трехэтажных буквально несколько блоков. Все остальное гардены расположены по всей территории. У нас нету такого, чтобы нам бы вид на море, нам бы вид на сад, нету. Они расположены полностью по всему. То есть... Так, показываю вам номер Chimeras Family, который состоит из двух комнат. В первой комнате у нас две раздельные кровати,
Дальше у нас идет небольшой коридорчик, который отделен дверью. Тут у нас санузел. В санузле у нас есть душевая кабинка, унитаз, естественно, умывальник, фен. И вся необходимая косметика полностью укомплектована в этом номере. Дальше идет у нас уже вторая комната. Тут у нас кровать French Bed, есть телевизор, есть зеркало, есть чайный набор и балкон с видом на сад. Так, это была тихая часть отеля. И дальше мы уже переходим к активной части, там, где находится вся основная инфраструктура гостиницы Кимерас Парк Холидей Вилледж. Аренда есть, $3. Инвалидные коляски тоже есть аренда у нас. В ресторане внизу детский ресторан, детские стульчики есть также в главном ресторане. Второй этаж, главный ресторан расположен. Внизу снэк-бар. То есть, когда закрыт главный ресторан, открывается снэк-бар. Наша кондитерская бесплатная. То есть, в отеле еда полностью бесплатная. Из еды только а-ля карт платный. Напитки то же самое. Поло, водное поло, все проходит здесь. Арена. Сейчас пойдем пляж посмотрим, увидите пляж. Оттуда мы пройдем дальше на мини-клуб. У нас есть мини-клуб. Работает с 4 детей, с 4 лет детей принимает до 12. После 12 лет есть PlayStation. Но дальше говорят, как мне говорят, ребята, без доплат после... PlayStation. Без доплат. То есть не только до 12 лет, но и выше, и 20, и 30, и 40. Ну, понятно. Да. Всем возрастам покорно, да. Друзья, вот так вот выглядит сам непосредственно бассейн гостиницы Кимерас Парк Холидей Вилледж. Бассейн вполне хороших, больших таких размеров. Все красиво, все эстетично. Сразу возле бассейна пункт обменниц полотенец. Шикарная, просто идеальный, друзья, вот газон. Смотрите, вот так он выглядит просто. Я не знаю, я не могу вам передать это словами. Надеюсь, передам это все в видео. Вот. И самое идеальное место под этими соснами в теньке в июле и в августе месяце в этом регионе, в регионе Кемер, для вашего самого комфортного отдыха. И сейчас вот мы идем на пляж гостиницы Кимерас Парк Холидей Вилледж. Стандартная мелкая, мельчайшая галька на пляже. Значит, дальше здесь у нас есть дорожки деревянные, чтобы можно было, если у вас коляска, у вас маленький ребенок, то вам было комфортно передвигаться по пляжу. Есть пирс. Для тех, кто не любит заходить в море по гальке. Вот к водичке галька уже немножко покрупнее. Так, смотрите, вот это вот такая вот галька перед входом в само море в гостинице Кимерас Парк Холидей Вилледж. Вот такой фракции. Ну и сам вход показываю вам. Тут чуть-чуть, в общем, в принципе, такая же галька и на входе. Вход очень пологий, то есть отличный вход для того, чтобы ваш ребенок мог спокойно, безопасно зайти и поплавать в этом море. Так, показываю вам дальше шезлонги, зонтики, естественно, конечно, все тут есть у гостиницы, в принципе, пластиковые шезлонги, есть матрасы на них, то есть комфортно будет лежать, мягенько все. Вот здесь, кстати, и еще проводится анимация в гостинице Кимерас Парк Холидей Вилледж. Естественно, здесь есть ресторан. Сам ресторан мы, наверное, посещать не будем. Вот, но он в отличном состоянии, насколько мне объясняли туристы и персонал гостиницы Кимерас Парк Холидей Вилледж.
А вот сцена, на которой проводится анимация для гостей гостиницы. Это вечерняя анимация, возможно, и днем здесь что-то проводят. В общем, друзья, пишите в комментариях тех туристы, которые отдыхали здесь. Поделитесь с нами впечатлениями, насколько тут интересная анимация. Есть горка, две горки гостиницы Кимерас Парк Холидей Вилладж. Да, они там не грандиозной высоты, но опять для детей покататься, в принципе, вполне нормальный вариант. И вот мы подошли к Кимерас Kids Club, детский клуб для детей. Вот так он выглядит, друзья. Немаленький такой клуб, есть даже аттракционы. Разрисовывают их, то есть прыгают, скакают, играют. Каждый день у них своя детская дискотека. Сначала перед взрослым идет детская дискотека. Mm-hmm. Они очень важные, у нас танцоры, потому что они всегда уже за полчаса приходят, уже начинают готовиться. Ничего. А карусель работает? Работает, бесплатно работает. Вечером, да? Да, нет, кажется, целый день. Целый день? Целый день, то есть когда клуб открыт, да? Когда кто-то заходит, мама, я хочу покататься. Здесь стоит аниматор, включает, смотрит, работает, да. Вот теннисный корт, кстати, сзади, настольный теннис. Смотрите, значит, вот там он есть теннисный корт, вернее, вот он, теннисный корт, а там настольный теннис. А вот эти две горки, значит, работают по расписанию с 10 до 12 и с 14 до 16. Туристы, которые отдыхают в гостинице Кимерас Парк Холидей Вилладж, могут покататься на вот этих горках. Да, они небольшие, но опять детям вполне достаточно этого будет, чтобы покататься. Так, друзья, смотрите, вот я вам показал гостиницу Кимерас Парк Холидей Вилладж. По мнению почти всех наших туристов, которые отдыхали в этой гостинице, это очень комфортная гостиница. Еще ни один из туристов не назвал никакого вообще ничего отрицательного в этой гостинице. Друзья, те, кто отдыхали в этой гостинице, те, кто вы вот посмотрели это видео, поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением по этой гостинице. Вот реально, как ваши ощущения по поводу сервиса в этой гостинице, питания в этой гостинице. Вот, нравится вам территория, не нравится, как вас встречали. Поделитесь в комментариях, если вам это не сложно, потому что другим туристам тоже будет полезно услышать ваше мнение по данной гостинице. Ну и не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации о том, как путешествовать выгодно и только с положительными впечатлениями.